Здравствуйте! Мне кажется, нужно еще нужно выучить новую кричалку. Обалдеть! Обалдеть! Да, что-нибудь неплохо, да? Давайте попробуем, да? Обалдеть! Здравствуйте, красавица! Как вас зовут? Здравствуйте! Меня зовут Мария Русакова. Дальше. Мне 25 лет. Я родилась в городе Омске. Прожила всю жизнь в Петербурге. И уже 5 лет я коренная москвичка. Правильно. Главное, что коренная. Как коренной, как коренной, приветствую коренную. Да, hello. Да. Я мастер спорта по спортивной акробатике. Ничего себе. Да, я родилась у заслуженных тренеров России. Вот они там, где-то моя маленькая мама. Да. Воспитывалась до 17 лет как чемпионка мира, а потом решила, что я все-таки буду петь, потому что... Решила стать чемпионкой голоса, да? Да. Я как раз хотела сказать, вышла... Но и голос победила. Чемпионский. Да, голос чемпионский, абсолютно. Спасибо. Очень здорово спели. Прям гениально. Темпераментно. Все как нужно. Вот я такое просто обожаю. Я не знаю, почему все остальные повернулись. Потому что странно, согласен. Потому что абсолютно вы мой кандидат. Вышла и захватила нас всех, это правда. Ага. Поэтому мы все ждем приговора. Вялой вас не назовешь, а талантливой... Можно назвать, если хорошо поработать. То есть... Поэтому ждем. Спасибо. Сложно что-то добавить. То есть, после получается, этих слов. Что, уже выбирать выходит да. так? Да, ну, получается, что здорово спела. Семья, близкие хорошо поддержали, люди довольны. Что да вообще давайте... круто, что еще хотите, выбирать придется. Для меня большая честь стоять здесь. Спасибо огромное за то, что нажали эту кнопку. Это чума. Это правда очень круто. Спасибо. Но вот сердечко мое мне подсказывает выбрать Сергея Шнурова. Здорово. Ура! Воу! Правильно подсказала сердечко. Спасибо. Я, конечно, хотела сказать, а можно что-нибудь вот нам быстро сакробатничать? Нет. Нет. Но... Это в наших номерах будет. Мы ждем. Вот повезло, так повезло. Так бы всегда бы, да. Я жду кого-нибудь из синхронного плавания, чтобы на рок на сильную долю совершить вместе. Это хорошо будет. Вышла и показала, устроила нервотрепку, и я очень рад, что ты прошла это огромный нервный этап, дотянула до сцены, и у тебя хватило сил, спортивной, наверное, закалки и женского мужества, чтобы выстоять на таком высочайшем уровне. Твое место на сцене, поэтому... Вот я очень рад, что мы являемся той стартовой площадкой для тебя, с которой ты можешь стартануть очень и очень высоко. Добро пожаловать к нам на полянку. Спасибо, ребят. Счастливо. Спасибо. И красивая, и талантливая. Ну что здесь добавить? И это я не только про себя.